Я, честно сказать, не очень в курсе всей выставки Марата Гельмана. Я про нее слышал что-то и видел какие-то куски. Но опять же, из вот этих всех скандальных передач там и сюжетов. Ну, что сказать, это не искусство. Современное, не современное. Искусство есть искусство, какое бы оно ни было. Оно может быть талантливым, а может быть неталантливым. И все. А то, что я там видел, я не знаю, что там остальное, но ну, это, конечно, да, это, конечно, уже просто какое-то такое разложение мозгов, видимо, которые, то есть, ну, всегда были эстеты, которые выдавали, в общем, когда Сальвадора Дали подходили и говорили, как вы это, как это божественно, как вот, с ума сошли, это мои дети нарисовали. Ну, просто одно дело, когда человек к этим относится с юмором, он талантлив, а там тот же Энди Уорхол, да, со своими там какими-то банками от супа, ну, это, как сказать, это эпатаж, это такая красивая профанация, вот я буду вам мозги морочить, а вы будете на это вестись. А то, что происходит там, я считаю, это просто хамство и, просто хамство и не знаю, невежество, неуважение, ну, просто какая-то вот такая уже, ну, не знаю, что-то такое на грани с истерией уже, когда не знаешь, как, что еще, вот, что еще может быть хуже, ты придумываешь вот это. Когда еще, понимаете, такую откровенную бездарщину пытаются люди оправдать тем, что каким-то там, что мы вот хотели чего-то сказать и чего-то донести. Есть много других способов чего-то донести. Гораздо более сильных, гораздо более эффективных. Ну, в общем, не знаю, не буду говорить, потому что я не все видел вот на этой выставке, но вот в общих чертах мое впечатление на такое.